3500 вагонов алтайского зерна отправлено на экспорт. По словам специалистов Россельхознадзора, это практически в два раза больше, чем в прошлом году. Растет и число стран, которые готовы закупать нашу гречиху, рапс, сою, семена льна, овес, пшеницу, подсолнечник. При этом качество зерна соответствует всем показателям и требованиям данных государств. Если вдруг выявлено несоответствие, к примеру, по количеству пестицидов, то партия зерна возвращается на доработку, и лишь затем вагоны уходят на экспорт. Мы отправляем не только сырье и зерно, но мы отгружаем очень много еще и продукции переработки зерна. Это крупы отгружаем очень много, и также количество крупы отгруженной растет. Отгружаем комбикорма, произведенные именно в Алтайском крае. Если сравнивать с периодом тем же 2017 года, то нами было проинспектировано свыше 40 тысяч тонн крупы. А в этом году, на этот же период, мы проконтролировали уже свыше 87, чуть почти больше. В два раза, чуть больше двух раз. Это, безусловно, важный шаг к тому, чтобы на элеваторах края не копилась произведенная на Алтае продукция, отмечают в Россельхознадзоре. Кстати, наши крупы и комбикорма с недавних пор с удовольствием закупают не только представители ближнего зарубежья, но и чехи, американцы и даже японцы.